Всем привет, малыш. Привет. Привет. Мы тут, видите, за секунду решила. Вены аж вылезли. Я шучу, это не вены, это она вот трудяга. Делаем домашнюю работу. Давай, пишем. За секунду. Давай. 7 + 3 + 5. Ты у меня отличница, оказывается. Ты уже даже пишешь и считаешь прям... Смотрите. Да. Похвала. Это очень приятно всегда и для ребенка, и для родителей. И для взрослых. Раньше у нас были рыбки, теперь у нас уже оценки. Вот такие вот рыбки. Угу. Пятершница моя, давай, отступай две клеточки. Я думаю, хватит, потому что тут еще будет два столбика примерно. Угу. Пишем 6 + 4 + 2. Горжусь, малыш. А теперь сюда, да. Ты модель? Шоу. 20-й день карантина. Мы веселились, как могли. Скажи всем привет. Всем привет. А где я, старшая? Старшая, там. Скажи привет. Привет. У нас вот... домашнее обучение. И мы даже не убираем, потому что... Ты же делаешь ногти. Да что ты делаешь? Ты что, голая? Нет. Ты сам с кем общаешься? Ни с кем. Тогда почему ты? Стила? Валя, ты чё, блин? Бестолочь. Я думала, там уже ничего нету. Иди, переодевайся. Иди. Ваня, сделай так. Да как? Вот так? Да. Мы путешественницы. Всем привет. Мы завтра будем на даче одни. Ну, я просто их отвезу, наверное, и вернусь. Не знаю, посмотрим. Посмотри. Да, выезжаем на дачу. У нас солнышко так хорошо на улице. Там да. В арке видно солнышко. Знаете, что она смотрит? Как жарят нам пончики. Доча, ты чего? Покажите, как я делала. Привет. Привет. Заехали мы сейчас в Пятерочку и набрали одних сладостей. И вот такие вот шалочки. Тролли. Тролли, да, все помешались на троллях. Да, там сладости только с троллями. Да, и чай еда с троллями. Купила сейчас замену вот этих, такого нежного, точнее, как цвет назвать, не серый, не голубой, в общем, под кухню, под мою, подойдут, а эти на дачу. Может быть, эти удобные. У нас сегодня шикарная погода, просто нет слов, какая погода. Так, мысль потерялась у меня. Мы вчера поехали на дачу. И, в общем, побоялась я Варю там оставлять, потому что у нее поднялась небольшая температура. И мы с ней вернулись. Вот, но, в принципе, это и лучше, потому что уроков сдают столько. Пипец. И, конечно, ну, мне спокойнее, что она со мной, во-первых. Во-вторых, вот мы тут вышли уже на роликах покататься. Зашли сейчас в школу. За дополнительными заданиями. Скажи привет. Привет. Ну иди катайся, дочь. Сейчас пойдем ролики переоденем, сходим в магазинчик. У нас нет водички.
Хотя мне, конечно, не хочется сейчас идти в какие-то скопления людные. Но я думаю, что на Выхино коронавирус еще не дошел. Будем надеяться. Мы сегодня с Иварикой походили по магазинам, накупили всякого. Такие заколочки вообще такие классные. По типу таких у Вари в школе пропали. Вот мыльцы купили такой ручной работы, типа. Очень вкусно пахнет. Вот это прям лайм. Прям можно позалипать на него. Я даже не столько люблю им мыть руки, сколько оно вкусное. А масочки всякие. Вот. И сейчас... Я так не хочу делать уроки. Я сижу и сама себя заставляю. У нас сегодня прям... Варя, аккуратно, там сзади велосипед. Прям... Варя, говорю, велосипед! Прям у нас сегодня тепло. Не хочется уходить никуда, да? Пойдем переоденем ролики, пойдем на озеро. Да. Пойдем. Не будем ничего пить, просто переоденемся. Тебе так не холодно? Нет. Ну, как хорошо. Как я ждала солнышко. Что там? А рыбы нет? Говорю, что тут ветер. Пойдем. Пришли погулять на озеро. Пошла сегодня я в Fix Price. Купить мне вот нужны были такие эти для рассады горшочки. И просто не смогла пройти мимо. Посмотрите, какая там прелесть появилась. Такие вот, не знаю, как горшок или ваза. Мне кажется, какие-то красивые будут сухоцветы, какую-нибудь рожь поставить. Там еще такие нежно таких голубых, пастельных тонов. Голубой, салатовый и розовый. 199 рублей. Вот. И вот такие птички. Птички, причем, видите, они разные. Я взяла последние две. Тоже там какие-то пастельные салатовые были, но мне вот белые. 77 рублей, по-моему, да. 77 рублей. Такая прелесть вообще. Бегом в Fix Price, пока все нахрен не закрылось. Вот также там еще купили ручки. Ну, просто девчонкам на даче рисовать. Варя себе купила. Она говорит, мам, я же на карантине, значит, мне можно ногти накрасить. Я говорю, ну, конечно, можно. Лак. А себе купила, да, духи. Так, сейчас. Эклад. Это типа мой... Я... Просто мне всегда неудобно, когда мы куда-то едем. Вот я хочу их кинуть в сумку. Они стоили что-то рублей 300. А запах-то я поняла, что это за эклад. Это знаете, что это мои любимые лавин. Сейчас покажу точно. Прям один в один запах. Вот эти мои, я их так люблю, я их берегу. Ну-ка, сейчас даже еще пойду понюхаю. Точно. Точно. Один в один запах. Это волоки радуги я покупала. Коробочку выкинула, такая какая-то фиолетовая. Я не думала, что так могут быть похожие ароматы. Смотрите, как классно смотрится в них хлопок. Господи, мы с этим карантином не вылезаем просто из-за этого стола. Мы постоянно, мне кажется, мы постоянно делаем уроки. Все, Варь, завтра у нас выходной, как хочешь. Завтра не будем делать ничего, потому что уже нету сил. Ура! Нету сил и времени вообще. Я пока Варя делает, жарю рыбку на ужин. А у кого также с уроками делитесь? Можно матом делиться. Не буду вас банить даже, удалять комментарии, потому что самой хочется уже ругаться. Так, сейчас проверим. Все. Мы без сил. Прогуляли сегодня 4 часа. И 4 часа делали домашнее задание. И еще причем стих. И стих.
Это ужас. Расскажешь? Нет. Прошли дожди. Давай ты. Апрель теплеет. Я не буду рассказывать. Я тоже. Все, девочки, будьте самими себями, собями семими. Все, чем это так вкусно пахнет? Я воду пью. А, вот. В общем, будьте самими себями. Себя без самими. Все, а мы пошли отдыхать. Да. И будем уезжать из Москвы. Завтра. Уже хочется поскорей. Да. Всем здоровья, не паникуйте, все переживем, все будет хорошо. Мне даже с вами неохота играть. Все, сил нет. Ни на что. Пока.